15 южноуральских школ вошли в топ-500 лучших в России. Рейтинг составили в Министерстве образования. В первую двадцатку попал 31-й лицей Челябинска. Его поставили на 11-ю строчку. В список вошли 4 школы Магнитогорска, 1 гимназия Снежинская и 10 учебных заведений Челябинска. Отдельно в Минобре составили рейтинги по 10 разным направлениям обучения. Например, по математическому или экономическому. В эти списки попали 16 школ из Челябинска, Коркино, Магнитогорска, Снежинска, Озерска. Лучше всего у нас преподают филологические, индустриально-технические, социально-гуманитарные и физико-химические дисциплины. А в топ лучших сельских школ попала школа села Долгодеревенская.